Тюменские коммунисты встретились с представителями городской администрации, чтобы обсудить повышение стоимости оплаты за услуги ЖКХ. С 1 июля для жителей начали действовать новые тарифы. Они выросли почти на 15%. Добавлю, что для некоторых категорий граждан предусмотрены субсидии. Для ее получения нужно обратиться в один из абонентских пунктов ТРИЦ через МФЦ или портал госуслуг. Тарифный вопрос активисты партии КПРФ накануне и обсудили с представителями власти. Мы приняли на июньском заседании Думы, значит, изменения в бюджет. Расходная часть бюджета, значит, резко увеличена на 82 миллиарда рублей. Доходная часть на 29 миллиардов рублей. То есть я хочу сказать, что деньги у нас в бюджете есть. И, наверное, можно провести корректировку расходной части бюджета и выделить на поддержку ЖКХ, наверное, какую-то определенную сумму. Увеличение стоимости связано с затратами на ремонт сетей теплоснабжения, котельных и водоочистных сооружений. Работы позволят снизить количество аварий и потерю тепловой энергии.